соревнований для участников Всероссийской юноармейской инновационно-технической смены «Юнтех» прошел просмотр кинофильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. На открытом показе мальчишки и девчонки вместе с экспертами побеседовали о значении патриотических фильмов для молодежи, а после приступили к просмотру фильма. Компания Central Partnership, входящая в состав холдинга «Газпром Медиа», несомненно, будет рада взаимному сотрудничеству со сменой в дальнейшем. И очень надеемся, что сотрудничество будет успешным, плодотворным, и нам удастся показать большое количество релизов в вашем центре. Также сегодня мальчишки и девчонки узнали о том, что в основе сюжета фильма лежит реальная история танкиста, который смог сбежать из немецкого плена. Для съемок фильма был использован реальный танк Т-34, который был подбит во время войны. Он был полностью восстановлен до боевого состояния. По словам сменовцев, такие фильмы, как Т-34, обязательны к просмотру. По моему мнению, смотреть патриотические фильмы важно для нынешнего поколения, потому что нынешнее поколение не знает, что такое война. Они не понимают, как это было. Все эти фильмы направлены, чтобы люди, иногда приходя домой, задумывались, а как же живется людям, которые прошли войну? Они до сих пор улыбаются. И это огромная гордость за мою страну, то, что остались такие люди. Я хочу всех призвать, чтобы они снимали эти фильмы, показывали, чтобы мы помнили и уважали ветеранов. И помнили, что люди, тысячи, отдали жизни, чтобы мы с вами сегодня снимали эту программу, были в этом прекрасном лагере, смене. Чтобы мы жили на этой земле. Спасибо вам. Кино является универсальным языком для работы с молодежью. Через просмотр фильмов, через обсуждение дальнейшее, через возможность встретиться с членами творческой группы. Каждый человек имеет возможность, воспитать в себе патриотические чувства и более уважительно относиться к своей истории. Т-34 раскрывает самые лучшие человеческие качества и воспитывает и как и чувство прекрасного, так и чувство любви к родине.